Я слышал, что вас окружают опять, да, братан? Хуй вступает тут, хуй, через день, ни логистики, ничего нету, упробуй ебашу, а сколько километров? Ну, уже, короче, километров 15 отдали немцам, ну, я знаю, что вас окружают оттуда, со стороны Днепра, но... А что, это такая тактика, что ли, ни хуй, понимаю, почему так, блядь? Весь фронт назад отступает, нахуй, похудает, почему так-то, блядь? Арта, там авиация и... А у нас еще нету ни арты, ни авиации, что ли? Я чуть тихо не понимаю. Ну, есть, мало, не хватает у нас. На север в Донецке, наступает, здесь у вас наступает, что за хуй? Ну, знаешь, сами в шоке. Ну, не жру, не жрём, не моемся, не хуемся, ебать, вот, по лесополкам, как бичи, сегодня за ночь два раза позиции не меняли, ебать, лопаты, ебать, только... Как крот рыб, успеваешь. Че, когда заканчивается? У меня 22 октября. Но. Ну, на 5 ноября, значит, здесь будешь уже, в Иркутске. Как ну, так может и не успею. Не говори. Но... Саня, ну вас в кольцо-то не возьмут, нет, нормально все будет. Хуй знает, что у нас уже 3 раза. Но мы успевали откатываться. Мы постоянно в пупе остаемся. У нас еще не хватает вооружения, техники, да, людей, да? Но арта задавливает у пропуска. А у нас еще нету ни хуй, что ли? Куда видишь, недостаточно, видимо, если бы нам не дают башки поднять. Они хуй это всего. Танки, грады, ураганы, самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы, со всего ебать. Тут гаубицы, у них ебать, такие пол лесополки подлетает, нахуй. Тут хуй, урод, агрессы, пулеметы, нахуй, бросают, нахуй, какие посылки. Кто, наши кто? Наши, и бросают, и хуй, да, бегут. Конечно, нахуй. По всему фронту,